Лазар, да? Лазар, а вы кого ищете? А вы не знаете, где здесь студенты, которые делают робота? Вот, в соседней комнате. Дай плоскогубцы. Ага. Ну что, начинаем эксперимент? Давай. Неси теперь все вещи для него. Сейчас, Марина. Сейчас принесу. Здравствуйте. Можно посмотреть? Пожалуйста. А ты кто? Я абитуриент. Я только поступаю в институт. На какой факультет? На физико-механический. А мы с Игорем тоже учимся на этом факультете. Он на четвертом курсе, а я на втором. Интересно? Интересно. Когда я учился в 10 классе, мы тоже сделали маленького робота. А этот робот будет помогать Зое Ивановне убирать общежитие. Пока мы учим его различать круглые предметы. Ты кто? Соколов. Игорь. А это что, наш новый помощник? Не знаю. Может быть. Он только поступает в институт. У него скоро экзамены. Включаю. Включил. Проверяем телевидение. Проверяю. Проверил. Все. Выбирает. Ну. Выбрал. 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 Полная энергия тела равна массе, умноженной на квадрат скорости света. Войдите. Привет. Привет. Занимаешься? Завтра у меня последний экзамен. Ох, какой у тебя экзамен? По физике. А-а-а. Ты не волнуйся. Ты же отлично сдал все экзамены. Сдашь и этот? Старый знакомый. Только что прочитал. 2 дня читал. А это что такое? Шпаргалка. Зачем? Ведь ты же все знаешь. Кажется, знаю, но боюсь. И ты собираешься стать физиком? Да. Оп. И делать роботов? Да, но от этого экзамена все зависит. Поступлю я или не поступлю? Ну ничего, все будет хорошо. Я пошел. Маринка меня ждет. Да. Между прочим, завтра экзамены у робота. Первое испытание. Ой, мама. Ну, показывайте, показывайте моего помощника. Сейчас, Зоя Ивановна, покажем. Сегодня у него начинается экзаменационная сессия. Точнее, приемные экзамены. Сегодня он покажет, как убирает комнату. А давайте пошлем его самостоятельно убирать какую-нибудь комнату. Включай. Включаю. Включил. Ой, смотри.
Да-да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите убрать вашу комнату. А, ты тоже сдаешь сегодня экзамен? Пожалуйста, убирай. Ну, как он там? Работает? Да. А сам-то хоть учишь? Ой, четвертый раз уже читаю учебник. Ой, ну, Зоя Ивановна, подсматривать не будем. Ну, всё. Почему? Тихо. Ну, вот террас. Посмотрим. По-моему, он выдержал экзамен. Ух ты! Ну, я бы поставила 5. Ура! Как и сделали мы с Маринкой. Учись. Ну, спасибо тебе, Маринушка. Ну, у тебя, ох, у тебя голова. А мне пора. На экзамен? На экзамен. Волнуешься? Да. Ну, ни пуха, ни пера. К черту, к черту! Что случилось? Да ничего. Волнуешься? Ну еще бы. Ты не волнуйся. Главное, когда возьмешь билет, ты не торопись. Что это? А? Наш робот изучает физику. Правда, что это? А? Да это Коля на шпаргалке. Он готовился к экзамену. Игорь, посмотри! Что ж ты наделал, а? Бесстыжие твои глаза. Ребят, вы не знаете, Соколов здесь сдает? Да он только что вошел, вот. Спасибо. Смотри. Ой, что тебе поставили? Мне поставили 3. Берет билет. Садитесь, пожалуйста. Ну, что там происходит? Он не стал готовиться. Идет к профессору. Наверное, провалился. В чем дело? Хотите отвечать? Можно мне отвечать без подготовки? А задача? Она у вас довольно трудная. А задачу я решу на доске. Пожалуйста. Ну что там? Он идет к доске. Ну? Он пишет формулу. Делает чертеж. Решает задачу. Решил. Ну вот. Отвечает на вопросы. Прекрасно. Ну? Ну что? Что получил? 5! 5! А молодец, да? Летят утки, летят... Здрасте, Зоя Ивановна. Здравствуй, Коля. Ну как, все экзамены сдал? Да, вчера сдал последний. А что ты получил? А какой номер моей комнаты? Значит, поступил в наш институт. Я тебя поздравляю. До 1 сентября поедешь, наверное, домой. Отдыхать? Нет, Зоя Ивановна, не поеду. Буду работать с ребятами в лаборатории. Роботов делать? Да. Полная энергия тела равняется массе, умноженной на квадрат. Ну, ладно, ладно.
Наглотался шпаргалок, думает, ученым стал. Ну, пошли, физик. Ha 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 ha.